Объявления на фасадах домов, заборах и мусорных контейнерах. В последнее время количество несанкционированных рекламных площадок возросло. Предприниматели все чаще экономят на рекламе, используют проверенные, но незаконные методы привлечения клиентов. Но в итоге такая экономия может ударить по карману. Если расклейкой нарушители занимаются впервые, то им грозит лишь предупреждение. А вот последующие попытки привлечь граждан яркими листовками на заборах навлекут на горе рекламщиков уже материальное наказание в виде штрафов. Минимальный – 1000 рублей. Как сообщила нам Татьяна Чекушкина, заведующий сектором торговли Калининского района города Чебоксары, в отношении приезжих питерских предпринимателей было составлено 10 протоколов. Нарушители за неделю до распродажи дубленок в Калининском районе расклеили сотни плакатов. Сейчас все документы переданы в административную комиссию района для определения количества и размера штрафов.